Современные оригинальные обрядовые и эко-куклы появились на площади Куйбышева во время Масленицы. Все благодаря конкурсу «Самарская маслена. Гости дорогая», который прошел в городе во второй раз. Участники отправляли свои заявки, а жюри выбирало лучшие работы. Оценки варьировались в зависимости от выбранной категории. Главное, маслены должны были быть выполнены в виде ростовых кукол высотой не менее полуметра. Ребята создавали арт-объекты из любых подручных материалов, используя различные техники исполнения. В прошлом году в конкурсе участвовали свыше 200 человек. В этом в два раза больше. В этот раз больше и разнообразней. Разнообразные варианты. Но, на мой взгляд, желательно не уходить далеко от традиций вот этой масленицы, что как это, кто это такая масленая масленица. То есть больше изучать наши традиционные исторические корни и, в общем, соответствовать этому. Особенно жюри приглянулись экологические куклы, в изготовлении которых участники использовали природные материалы. Вот эта кукла Евдокимовой Галины, она у нас заняла первое место, поскольку здесь создан антропоморфный образ человекоподобный из экологических материалов. Это лозоплетение. Своим разнообразием и красочностью порадовали масленые жители города, которые пришли на проводы зимы. Очень нравится фотографироваться на фоне этих кукол. Вот, они все такие интересные, все разные, необычные. Вообще здорово, все здорово придумано. Да мы вообще в восхищении, ну просто вот так красочно, так в этом году замечательно. Мне кажется, даже вот так не было, так много никогда. Я вот сама работала когда-то в детском клубе преподавателем творчества, и поэтому я вот просто вот, ну, с большим удовольствием, с восхищением любуюсь вот этими фигурами. Авторов лучших маслен отметили памятными дипломами, а 16 победителей конкурса – призами. Мария Ильчан, Василий Колдашов, «События».